принимающая организация для беженцев в Страсбурге ПАДА. О том, как она участвует в терроре против беженцев, о том, как она ворует на беженцах. Сегодня я весь день писал текст по-русски. Впервые за 3,5 года мне удалось его написать. Вот находясь под террором, нету времени на все на это просто. И основная из задач террора как раз такая, чтобы головы не поднимали. Итак, объясню, как они воруют. Это только один маленький пример, только один мой пример. А сколько этих беженцев? За год через эту ПАДУ проходит не менее 2000 человек, а может быть и до 10 тысяч человек. Ну, как начался террор во Франции, тоже описано. Вот ссылку на текст я дам, и там можно все остальные ссылки тоже найти. В итоге с меня сняли Дублин. В префектуре мне дали досье для ОФПРИ, который я должен был заполнить, такой формуляр. И отчет пошел, кажется, 2 недели там. И, в общем, дали мне направление, ПАДА дала мне направление в отдел, который занимался переводами текстов для ОФПРИ, для досье. Кстати, ПАДА организация, как может показаться для тех, кто впервые приехал во Францию, в Страсбург, может показаться, что это такая добрая организация, что она только все дает. А организация ОФИ, например, она как бы такая полутеррорист, она злая организация, она дает пособие, потом отнимает пособие, она дает жилье, потом выгоняет. Ведь неизбежно большинство беженцев приходится выгонять из жилья, тем, которых не дали статус. И большинство из них приходится лишать пособия. Вот. И поэтому ОФИ кажется такой полутеррористической организацией, а вот ПАДА нет. А для чего так сделано? Довольно-таки хитро сделано. Дело в том, что с беженцами нужно находиться в непосредственном контакте постоянно. Ну, почту им передавать. Потому что, как еще может с ними государство взаимодействовать? Если они живут где-то там на воле, там под кустами, где-то у друзей. Вот, надо с ними же как-то переписываться. Но если бы они приходили в организацию, которая бы и осуществляла бы террор, то были бы инциденты всякие, нападения. То есть этого было бы не избежать. Поэтому вот специально такую придумали организацию, которая с беженцами в постоянном контакте, но она проявляет себя как друг. То есть только вот дает, то есть только эту сторону. А террором занимается другая организация. И вот если посмотреть в Google Maps оценки, вот ПАДА, у нее 3,6 по старому адресу оценки. По новому адресу 4,5, но я так подозреваю, что они сами себе там накрутили. То есть они обратили внимание на это и накрутили. А может быть, действительно более удобное там место. Вот. А у ОФИ оценка, по-моему, 2,3. Ну, можно проверить в Google Maps. И в ПАДА я могу просто так зайти. И, в принципе, зайти там. Там есть охрана, но людей слишком много. Охрана не перегораживает путь. Можно зайти и уже там дальше пойти побродить по кабинетам при желании. Охранник не сможет сразу помешать. А вот в ОФИ совсем по-другому. Во-первых, туда нельзя прийти вообще без рандеву. Никак. Туда не пропустит охрана в принципе без рандеву. То есть это закрытое полностью помещение. Вот если есть рандеву, тебя пропустили в зал ожидания, там ты уже можешь ждать. Вот, то есть плохой полицейский, хороший полицейский. И вот они на самом-то деле это все одно. У ПАДЫ из отчета этой организации за 2018 год я прочитал, что у нее финансирование больше половины государственное. То есть это получается организация, которая как бы вот выполняет волю государства. А воля государства такая: селекция и террор, селекция и террор. Кого надо, выбираем, кого не надо, терроризируем, чтобы куда-то они делись. Другие страны Евросоюза или вообще просто исчезли. Вот. Ну и ОФИ тоже платит, ПАДА несколько процентов бюджета, ПАДА. Вот. Тоже как бы нанимая на какие-то там свои задачи.
Ну и в общем, да, и вот, ну, я составил текст для Офпри. Времени у меня было очень мало, потому что только что я есть как бы в этом, находясь в терроре, нету ни времени, ни условий, чтобы этим заняться. Не знаешь языка, не знаешь, где переводами заняться. Но я смог все-таки написать текст сам полностью за текст для досье. То есть я его как бы, досье это заполнил, я его напечатал, и надо только перенести в досье от руки, потому что, ну, я сомневался, может, где-то что-то не так. В первый раз мы всегда боимся мелочей. На самом деле, может, там ничего не бояться было. И написал, ну, там, часть досье, это формуляр, где все сформулировано, надо только ответить «да», «нет», это они любят, чтобы ты лишним ничего не сказал, не сообщил. И такие там два больших окна на двух листах, куда можно уже заполнять уже произвольный текст. И вот я этот текст, основной текст, я его по-русски набрал. И лампочка плохо горит. И я его перевел на французский язык сам. И пришел вот в этот отдел ПАДА и сказал, там меня встретил переводчик, такой довольно-таки добродушный, русскоязычный, с бородкой, с усиками. Я ему сказал, мне ваш перевод не нужен, у меня есть уже свой перевод. Он сказал, вот вы знаете, я тут этого не решаю, давайте мы спросим начальника. Он привел молодого парня француза, такого высокого. И тот 40 минут мне доказывал, что никак это невозможно, только они должны перевести. Я ему говорил, что вот у меня мой перевод, мне там только что-то там исправить надо. Вот дайте мне компьютер, я вам исправлю, и вот оставлю как есть. Он говорит, нет, только наш перевод. 40 минут мне об этом, вот, как мы могли столько долго, такой мелкий вопрос, что мы много раз заново мне доказывал, что это невозможно, только они должны перевести, и только сейчас я должен этот текст отдать, и никак ни по электронной почте не послать, ни тут исправить. Мне это показалось, ей-богу, очень странным, но я не понимал, почему он так себе, что такое, что тут такого, я не понимал. Я ему отдал этот лист, поскольку он, ну, сказал, выхода нет, только сейчас отдайте, и мы будем переводить. И я все равно, вот я свой перевод при себе имел. И назначили они мне рандеву. И что интересно, рандеву они мне назначили в последний день, как надо отправлять досье в Офпру. То есть как специально подгадали, чтобы я больше ничего не успел сделать. Прихожу я в этот день. Меня отводят в кабинет, меня ждет там переводчица, которую приглашают со стороны. Она у меня была до этого раза два, хорошая женщина, такая порядочная вроде женщина, ну, профессионально переводит. И юрист, пожилая женщина, француженка сидела там. И нам принесли этот перевод, который сделал вот этот отдел. И когда переводчица начала его сверять с русским текстом, там, ну, все равно надо проверить, то она ужаснулась, сколько много ошибок, и она сказала, что это Google перевод, это не человек переводил. То есть, получается, тот переводчик, который был в этом отделе, русскоязычный, он был для виду как бы, ну, чтобы вопросов не возникало. Вот есть русскоязычный человек, вот он у нас переводчик там тут. А на самом-то деле перевел текст, и, видимо, этот француз, который меня 40 минут отговаривал, что только они могут перевести, это, скорее всего, стоит 60 евро, то есть паде этой платят 60 евро, плюс еще для возню с этим, вот, 30 евро лист, это минимальные расценки здесь, для официальных переводов, ну, кто-то может дешевле переводить, и 20, и 15 даже может быть, но это уже край, ну, а так вообще 30 это средняя цена такая, то есть это минимум 60 евро, я бы сказал, на каждом человеке. И это, если кому-то в карман, то за 40 минут можно, так сказать, поразговаривать на эту тему. И, в общем, мы целый час сидели, этот текст исправляли с переводчицей. Причем там такие ошибки были, ну, что даже я понял, что это Google Translate, что даже самый-самый плохой переводчик не может так перевести. И юрист нам сказала, вот, мне сказала юрист, вот, у тебя будет отказ, у тебя плохое досье, вот. А у меня с нее даже минуты не было, чтобы обсудить, а как лучше чего написать. В итоге, как оказалось, наоборот, мне дали позитив. Но на тот момент просто
целый час был выделен чисто на юриста, не на переделку этого теста, я потерял этот час на юриста, который бы мог на полтора года ускорить мне получение статуса беженца и, может быть, спасти мою жизнь. Потому что я 4 года в неотапливаемой палатке, и заработал, из-за этого террора я получил почечную недостаточность второй группы, артроз тяжелый, колено, всего скелета тоже. Что еще? Сердечную недостаточность, хроническую, кстати, у меня никогда ее не было. И все остальное, в общем, я сейчас не живу, а чисто я медленно умираю. И вот на пятую зиму я купил уже палатку с печкой и отдал все свои деньги. У меня выкрутили все мои деньги на это. Вот. Если бы я ее не купил, то я бы, наверное, уже бы я не был бы живой. То есть для меня это не мелочь. И вот когда пришел этот человек в конце этого рандеву, и он потребовал этот текст обратно. И мы высказали ему с переводчиком, что это такое, что это за текст такой. Он сказал, не беспокойтесь, Офпри все равно это рандеву. Она не обращает никакого внимания ни на какие досье. То есть. Вот. Это тоже мне высказывание показалось странным, потому что досье – это документ. Ты потом можешь ссылаться в рекуре на него. То есть это документ. Как на него можно не обращать внимания? Это, наоборот, на него обращают больше внимания, чем на устную речь. В устной речи ты можешь оговориться, что-то неправильно переводчика понять. А документ – он и есть документ. Письменное всегда больше значило, чем устное. И вот я имею в виду в плане точности. Он забирает у меня этот перевод. Естественно, я просто не могу никак. Я не успеваю даже его сфотографировать. То есть явно у меня нету для этого не было даже. Я бы его сфотографировал, если бы я с собой его забрал. Или бы мне дали какое-то время. Но у меня даже не было времени его сфотографировать. Кстати, надо покопаться в архивах, потому что я всех записываю всегда, кроме моих близких друзей, и все фотографирую подряд, поэтому могло где-то остаться. Надо все-таки покопаться. А вдруг я вот чисто рефлекторно его щелкнул этим фотоаппаратом, или фотоаппарата тогда не было, телефоном. И, в общем, так как это был последний день, то мне дали конверт, марку там, что, в общем, иди и отправляй, потому что все, последний день. Я побежал отправлять, я отправил, и все. И потом меня вызвала Офпра, но я в Офпру написал другой вариант, полностью свой перевод, и отправил в Офпру. Но это не помогло. Не помогло не потому, что мой перевод был недостаточный, а у меня действительно времени не было переводить все мои материалы. Я перевел только основное письмо, а ссылки дал уже на материал, я не успел их перевести. Но у них там свой переводчик. Во-первых, они переводчика своего не использовали для перевода, ничего не использовали. То есть, хотя у них написано, что они должны его использовать в процессе вот этого рандеву. А потом они просто все проигнорировали, и все. То есть, они проигнорировали и устную мою речь, и письма, все абсолютно все проигнорировали. То есть, это у них террор разными средствами. Вот. Ну, это как, например, в российской судебной системе. Судья может вынести неправосудное решение, но более высокая инстанция может опротестовать решение судьи предыдущей инстанции. И все на этом, как бы, судья как бы не виноват. Ну, судебная ошибка, там и все. Вот. Также здесь под это можно закосить. И вот я потом пишу в ПАДА об этом по электронной почте. Я им пишу, что это такое, что это вы делаете. И что они делают? Они уничтожают все свои архивы за 4 предыдущих года. А в этих архивах вот эти досье, вот эти переводы. То есть, вряд ли они переводят все в электронный вид, оно кому надо. Это же дела как бы закрытые уже. То есть по ним принято решение уже. Или дали убежище, или не дали убежище. Все. Как бы эти архивы уничтожены. И сразу после моих вот таких сообщений, я, конечно, тут не нахожу какого-то прям совпадения, но почему каждый год не уничтожали? А почему за 4 года взяли и уничтожили? И, кстати, основной наплыв беженцев-то и был, когда Сирия началась. Вот. А до этого тоже были беженцы, и довольно-таки, эта ПАДА, она существует, еще до этого существовала. Вот, так вот, дальше еще интересней. В итоге я пишу бумажное письмо в эту ПАДУ,
когда я уже вижу, что они участвуют в терроре, что они, ну там, я ссылку дам на текст, там можно по ссылкам все почитать. И в том числе я пишу в этом письме вот о вот этом, о воровстве переводчика. У меня украли переводчика, и у меня украли юриста из-за этого тоже. Не хватило времени на юриста. У меня абзац вот об этом там есть. И о других преступлениях работников ПАДы или самой ПАДы, в принципе. И вот это письмо я посылаю и по электронной почте тоже. И посылаю по почте, ну, по регулярной почте с уведомлением о вручении моего письма. Через 2 недели я получаю уведомление, что мне нужно прийти забрать что-то на почту. Ну, что забрать? Я прихожу, мне обратно отдают мое письмо почтальону. Я спрашиваю, в чем дело? Почему не вручено? Он говорит, они не будут принимать, они не будут принимать. Как не будут принимать? А как мне их заставить принять, я спросил почтальон. Он говорит, а никак, они не примут. Ну, они не приняли. Ну, отметьте, что они мне не приняли, а мы не отмечаем. То есть, ну, а что мне делать? Вот совершили преступление в какой-то организации. Пишу в полицию, не реагируют. Пишу на руководство этой организации, не реагируют. Я написал прокурору еще это, то же самое. Я написал в Министерство здравоохранения, ну, там по другим было делам, по карательной медицине. Тут ссылка тоже есть в тексте, можно почитать про карательную медицину. Кстати, очень хороший текст, вот самый ему последний текст, там прям в развитии, как все это происходило. И никто не ответил просто даже. Не говоря уже о том, кому по электронной почте написал, вот этим прокурору, Министерству здравоохранения, в ПАДу я написал с уведомлением о вручении моих писем. Мне от прокурора писал 2 раза, уведомление приходит, ответа никакого нет. Ну хотя бы напишите, что ответа не будет или чего, чтобы я знал, что вообще не писать ни про какие преступления. Это непонятно, вообще как в пустоту какую-то. Ну, кстати, если посмотреть о том, как со мной переписывался председатель адвокатской палаты Страсбурга, когда я подал в суд на Офи о том, чтобы она мне вернула пособие, то, которое она мне украла у меня, и возобновила выплату пособия. То есть из-за террора Офи я ушел, так сказать, умирать в лес, вот, доведенный до отчаяния вообще, до депрессии. И вот за это она меня лишила пособия, что я оставил жилье, якобы, чтобы погулять в лесу 40 дней, да, вот при минус 7 градусов, без продуктов 40 дней я там был. 2 недели я не ел ничего, потому что ничего не было под снегом. Потом пошла трава, я начал есть траву. Ну, снег он прошел через неделю, наверное, потом через неделю еще появилась трава, вот я начал есть траву. Вот и как бы я вот так вот. И они это представили, я пошел погулять. И, в общем, ладно, адвокаты захватили мое дело с помощью ПАДы. ПАДа пригласила меня к себе и выболтали у меня, а какой у меня был адвокат на Дублине, по моему делу по Дублину. И они вышли на этих адвокатов. То есть они мне в ПАДе прям сразу открыто говорили, мы по поручению Офи вас. То есть прям открытым текстом выпытывать имя моего будущего адвоката у Офи. И вот они вышли на этого адвоката, и в этой адвокатской, ну, там, как называется, фирма там небольшая, которая снимает квартиру, в общем, у них контора своя адвокатская, вот она своей подружке отдала этот листик, на котором моя подпись, они фальсифицировали дату там, этот листик они взяли от заявления на юридическую помощь, приложили к новому заявлению на юридическую помощь и написали от моего имени в суд одобрить ее как адвоката моего, которого это другого адвоката я в глаза не видал никогда, эту Сандрин Шибаль. Я с ней никогда не разговаривал. И вот суд одобрил, и она написала в суд рекурс против Офи, но там она написала, что мне якобы нравится жить в палатке, и мне якобы это пособие совсем не нужно. И так далее, что якобы я якобы сильно психически больной, и в общем, так далее. Как такое может адвокат? Нету никаких документов во Франции, которые никаких экспертиз, которые это об этом свидетельствуют. Как адвокат могла такое написать? Вообще на лжесвидетельство там много всякого разного лжесвидетельства. И я узнал об этом только когда уже меня известили, что в суде вот этот рекур. И я написал в суд, что это адвокат преступным путем захватил, путем подделки, фальсификации.
И как и прокурору написал, и в Министерство юстиции написал, и в суды написал, и в административные, и в высокой инстанции. И ничего, пустота, тишина, ничего. Что делать? Вот тоже ПАДА участвовал вот во всем этом. Вот в тотальном беззаконии, где нету точки опоры, ничего невозможно сделать. То есть и этот бедолага, который окажется под террором, он будет казаться окружающим, ну, этаким борцом с ветряными мельницами, этаким дурачком, или таким даже психически больным. Ну вот почему с ним, с одним с это все случается, со всеми это другими не случается? Но они-то не знают, как много таких, как я. Что я, наверное, только один, который осмеливается об этом прямо открыто говорить. У меня лично есть знакомые, у которых то же самое. И деньги воруют, и угрожают, и все что угодно. И вот с мамой моего одного беженца те же самые издевательства произошли, которые со мной в Нанси. Ее поместили в одну комнату с какой-то чернокожей молодой, старую женщину белую, поместили в одну комнату с чернокожей женщиной, которая постоянно врубала музыку и не обращала на нее внимания. И когда пожилая женщина стала жаловаться на нее, ее пытались сделать сильно психически больной. И, в общем, что-то там. Ну, и одновременно решается вопрос с убежищем. Если психически больная, никакого убежища уже нету. Есть только лечение там, от этой психической болезни. Потом они сделают вид, что вылечили, и все, экстрадируют. Ну и да, кстати, в СПАДу я писал письмо не только вот по этому адресу. То есть это как бы спрут такой. У нее там отдел, здесь отдел. Вот у нее головная организация в другом месте. Я в головную организацию тоже писал. То есть я писал и там, где отдел по почте. Как бы основной, как бы мы думаем, что это она и есть. А это не она и есть, это только один из ее маленьких отделов. На самом деле у нее бюджет 2018 год 11 миллионов евро. И вот на этих переводах они теоретически могут воровать, ну, пусть 2000 человек проходит через СПАДу ежегодно. Это, наверное, минимум. И вот на каждого нужно по 60 евро потратить на переводчика. И вот это минимум 120 тысяч евро в год. Это немало. То есть это для одного человека это огромные деньги. То есть если тут участвуют несколько людей, то это хорошие деньги. У них тут зарплата средняя 1700. Я не думаю, что в этой организации огромные зарплаты. То есть для них это хорошие деньги. И вот этот молодой человек целых 40 минут со мной как вот о какой-то мелочи, то есть что я сам свой перевод дам, и никак невозможно это. То есть я никогда не поверю, что 40 минут об этом можно говорить просто так. Что скорее всего он лично эти деньги украл. И он, скорее всего, какой-то чей-то родственник там вот в руководстве этой организации. Кстати, что интересно, вот сразу после этого, как я написал это письмо, ну не сразу после этого, через несколько месяцев, наверное, месяца через 3-4, где-то так, один русскоязычный, ну такой добровольный, как бы такой психически больной внештатный сотрудник, может быть, там, не знаю, кто он там, ну, в общем, такой сочувствующий ФСБ, короче, ну, потому что Рыльцов пушку, и всем таким людям нужно покровительство. И, в общем, он по интернету, кстати, он на него ссылка, ему посвящен даже целый большой текст у меня там на моем сайте, вкладке, посвященной СНДА, там все есть. Он стал агитировать в интернете, чтобы мою палатку разрушили, а мою еду отравили, потому что я каждый день уезжал в библиотеку, еда оставалась здесь, вода здесь, легко было найти место и отравить. И за неделю до моего отравления он вот везде, где только мог, здесь во всех в Фейсбуке, там на форумах где-то писал, рассылал письма по всем этим организациям, в ПАДу. Он даже написал в бассейн, куда я хожу, в супермаркет, куда я хожу, в библиотеку, куда я хожу. Ну, наверняка он написал в ПАДу, в ОФИ, там, везде, где только мог найти какие адреса. И, в общем, через неделю меня действительно отравили. Почему действительно? Потому что тут же у меня выскочила сыпь, хотя у меня нету никакой аллергии, никогда не было. И я потом проверил, и ни на что и нету сейчас аллергии. Выскочила сыпь.
резко усилилась почечная недостаточность. Была 5,5 месяца в ЭТСИПе меня. И я очень сильно заболел. На этом фоне мне отказывали в медицинской помощи и в отделении скорой помощи, и нефролог. И... Хотя потом я хитростью все-таки добился этого анализа эталонного на почечную недостаточность. И анализ показал вторую уже стадию. И нефролог все равно написала, что никаких проблем у меня нету, несмотря на мои мучения, на разрушение сна, на разрушение всего скелета. То есть это такое беззаконие феерическое, его трудно описать просто. И только потом, спустя годы, сам доходишь, да что же это было, какое даже слово, бесстыдство полнейшее это было, это дерьмо. Эти люди, это общество, это дерьмо. И вот, кстати, сегодня Николя пришел вечером, тот Николя, который кошечку спасал здесь, а меня не спасал. А кошечку спасал с большой помпой, это было постановочное спасение. Эту кошечку спасать и не надо было. Было известно, когда ее хозяин уезжает, эта кошечка. И Николя с ним был в постоянном контакте. И это все, так сказать, спасли все вместе, они тут Альзаса, эту кошечку. А меня никогда не начинали спасать даже. И даже за 4 года никакой медицинской помощи. Никакой. Не против почечной недостаточности, не против артроза, до сих пор никакой. Не против сердечной недостаточности. И вот он приходил сейчас тут еще с одним альзасцем. Не знаю, вот тоже, видимо, просто посмотреть, может действительно там по этому делу там у него цепную пилу украли, может быть, узнавал, никого тут не было. И он такой мне говорит, вот ты, говорит, тут осторожно в лесу, тут есть деревья, зараженные вирусами. Ну и вы тут как вирусы. Вот те вирусы оттуда же, откуда и вы. И вы как вирусы. То есть вот так зло сказал. Ну потому что, может быть, в Фейсбуке опубликована эта история по спасению кошечки, как он спасал кошечку. И как меня не спасал. Вот. То есть все они, ПАДА, ОФИ, врачи, начиная от генералиста, которому прутся все беженцы русскоязычному, адвокаты. Вот посмотреть, как они захватывали дело, посмотреть, как они меня заваливали с самого начала, начиная вот с дублинского дела, заваливали. То есть работали за... Мой адвокат как защитник работает против меня. Но это как? Каждый раз. Это как? И в Париже тоже, вот, в СНДА. То же самое. Против меня работал. Ну так я просто стал напрямую в СНДА общаться уже, писать все материалы напрямую в СНДА. Никакой адвокат меня уже... И вот как в такой тьме устоять? То есть вот реально сейчас просто в принципе мы не знаем, мы точно не знаем атмосферу в концлагерях, в Освенциме там, в других концлагерях. Я прочитал большое исследование по концлагерям, там огромное, которое охватывает всю их историю, начиная... Наверное, с 36-го года началось. Нет, с 33-го, точнее, до 45-го. Мы точно не знаем, что там происходило. Мы, ну, как сказать, мы можем догадываться только. Ведь все население участвовало, грабило этих несчастных, которых привозили, утилизировать и сжигать, отравить и сжигать. Все эти драгоценности, всю эту одежду, все это потом утилизировали. Волосы, жир, пепел. А люди в концлагерях, как их доводили до бесчеловечного состояния, люди все друг друга превращались в нелюдей. И вот здесь то же самое, только формы другие. В принципе, то же самое, но формы другие. Это концлагерь открытого типа. И моя особенность в том, что я уже умер. Проблема лишь, моя личная проблема в мучениях. Насколько они длительные будут, эти мучения. Насколько моя психика выдержит, насколько моя душа выдержит оставаться таким, которым я был с детства. Не ломаться, не терять человеческий облик. И вот я для себя решил, я еще в Австрии решил, когда фрау меня отослали в дом с двумя молодыми арабами. Хозяйка там не жила, она кофеманка, наркоман, алкоголичка, насчет наркотиков не знаю.
она пришла туда, пригласила меня знакомиться со всеми на кухоньку на маленькую и пригласила всем курить. Молодые люди переглянулись, она начала курить. Ну, я-то не курю, они это все знали. И она начала мне в лицо выдыхать. Вот они по две сигареты выкурили. Ну, потом еще было другое. Я ушел с этого дома на улице. Она смеялась, говорила, тебя мороз загонит в дом. И я в итоге, я для себя решил, что я лучше помру, чем я вот лягу под этих свиней, перед которыми я там бисер мечу, да? И они мне будут топтать и топтать и топтать. И потихоньку они меня надломят и превратят в, лишат человеческого достоинства. Я решил так, что я умру. Я пережил минус 11. Там был один день, все, но там было тяжело. Ну, здесь хуже. Здесь влажность высокая. Там все-таки даже было лучше, наверное. И там у меня началась почечная недостаточность. Но мне было морально, я выдержал. Мне было все равно. Мне было нипочем. И сейчас тоже просто я для себя решил, насколько будет много мучений. Только вот я пытаюсь их минимизировать. В принципе, никакие мнения, никаких людей на Фейсбуке, комментарии для меня никакой роли не играют. Никакие высеры. В основном это процентов 95-99. Это нечто ругательное, нечто оскорбительное с целью унизить, с целью насрать на человека. Для меня никакого вот значения не играют, потому что эти люди, которые так вот занимаются этим, они не знают, чего они творят. Они не в курсе, про что это они там. Они на другое совсем срут. То есть они не знают ни мою ситуацию, ни меня. Поэтому и как я могу к этому? Никак. Никак не отношусь. Они просто не ведают, что они творят. Про Паду есть еще много что сказать. Про его работников. И не только про Паду. Про много, про них кого. И вот сегодня я такой маленький текст вроде набрал. Всего один эпизод. И вот только 3,5 года спустя мне удалось вот выбрать время и написать о нем. И еще я еще не перевел, и только завтра я переведу, возможно. А сколько было таких эпизодов? Десятки? Сотни? А как это написать так, чтобы это было читаемо? Чтобы это было легко читаемо? Чтобы был какой-то индекс, чтобы можно было легко найти вот об этом. Я стараюсь, я все это описываю, я до сих пор, например, не описал, как у них вся судебная система, начиная от префектуры, которая, ну, не является судом, но она как бы рассматривает первое дело, то есть у них комиссия какая-то. Вот. Они тоже выносят решение у них. И потом через суды ты обжалываешь там все выше и выше. Как вся судебная система поступает неправосудно, преступно, можно сказать, поступает, вплоть до Госсовета и вплоть... Ну, если я скажу что-то про ЕСПЧ, то у ЕСПЧ есть специальная норма, по которой он откажется потом рассматривать дела в мою защиту. Он откажется меня защищать, если я буду критиковать ЕСПЧ. Поэтому раз, и я про ЕСПЧ ничего не могу сказать вообще. Вот как везде все хитро. Меня один тут из Украины человек, вот тебе надо до ЕСПЧ дойти. Дойти до ЕСПЧ во что бы то ни стало. У них вера в ЕСПЧ, как вера какого-то Господа Бога. Я ему объясняю. У них специально созданная вся эта лестница, все эти вот инстанции судебные, там первая, вторая, третья, там СПЧ, у них там везде есть специально созданные омуты. По всей этой лестнице они тебя провалят. Дойдешь ты даже до самого верха. Гарантированно тебя провалят, потому что специально заранее созданы, они не дадут в руки человеку точку опоры. Если они совершили преступление, они не дадут освещать свое преступление собственное. Никак не дадут. Поэтому у меня нету цели добиться правды. Нету никакой цели правды добиться. Есть цель самому не пропасть. Есть цель самому до конца выдержать. То есть я как и был с самого детства, вот такой, как я сейчас есть. Вот такой я и хочу остаться. Как сказать, я библеист, я писал, сделал много открытий, которые недоступны к совершению, к сожалению, обычным людям, потому что у них нет времени просто, не говоря уже о мозгах. Потому что они в суете, они вот постоянно в конкуренции, межвидовой отбор у них там, то есть это внутривидовой отбор идет. И вот так получилось, что когда я увлекся библеистикой, я понял одно, что я
сколько бы я ни писал, годами, десятилетиями, сколько бы ни отдал труда, но если я предам сам себя, хоть в чем-то я уступлю какому-то нажиму, где-то кому-то угодить, там, какой-то друг, там, ему что-то кому-то не понравится, там, а вот я должен написать как есть, если я не изменю сам себе, и не ради, как бы, как сказать, вот некоторые говорят, правду матку рубит, нет, ради истины внутри себя, внутри. А там уже я могу, ну, не написать вообще, или никому, но не пускать ложь в свои же слова и в свои же письмо. Лучше вообще молчать. Вот если я буду только видеть эту истину и только ей служить, то я буду ее видеть. Я буду к ней доступ иметь. И я сделал много открытий, которые, к сожалению, они просто недоступны другим людям. Кстати, они недоступны им, потому что они уже продали эту истину, предали. У них уже внутри догмы, которые отвергают эту истину, на подходе прямо. И тут то же самое. Я писатель, я так живу, это средство для того, чтобы жить, чтобы выстоять в этой лжи. Ладно, это уже отдельная тема. Так что пусть они тоже поймут. Вот я не борюсь с мельницами, это они борются с Дон Кихотом, которого не существует. Я не Дон Кихот. Но они меня, пожалуй, изменят только когда я умру. Потому что это заветная мечта для меня. Остаться таким, как и есть, до самого конца. До самого последнего мгновения. Это самая большая мечта. Это выше всего. Это выше других всяких богатств, славы, всего. Пусть я буду неизвестный. Пусть я умру скоро. Но если я останусь такой... Какая разница в длительности жизни? Какая, ну, вот, лишний год, два, три, десять, меньше, больше? В итоге что? А тут есть остаток. А тут есть остаток, потому что последние мгновения жизни, они расцвечивают всю предыдущую жизнь. И вот я не хочу потерять всю свою жизнь. Всю свою душу можно потерять за какое-то мгновение перед смертью. Или спасти ее. Кстати, в Библии есть прекрасная вот на эту тему вот аллегория, когда Христос уже распятый. А ведь что стоило Христу-то покаяться и уступить лжи? И он уже умирает, там, ну, скоро умрет. И вот два преступника вокруг него, один и другой. И один покаялся, и тот его простил, ну, а другой не покаялся. Вот. Ну вот меня распяли, распинают, я умираю на виду у всех, прямо в географическом центре Европы. А может что-нибудь померить, может быть это и есть самый центр Европы, может вот под этим деревом он и есть. На виду у всех, потому что YouTube. Я умираю, меня распинают, меня убивают, совершая многочисленные преступления против, не те, которые написаны вот в законах. Нет, преступления не писанные. Они против истины, против человечности, эти преступления. И вот ПАДА, это такая хитрая организация, которая занимается селекцией беженцев и террором против тех беженцев, которые не нужны. Так что я, наверное, не нужен, потому что я здоровье слабое. Но не это главное. Им не жалко там эти деньги. Но если я выживу, и я донесу таки, все-таки, доведу. Поэтому вы бы могли бы мне помочь в этом. Хотя бы лайки или чтобы кто-то подписался там. Хотя бы до 1000 подписчиков мне дойти, чтобы я мог с людьми вживую общаться через стрим. Вот. Это могло бы их отпугнуть от меня. И вот они сейчас я вижу эти движения, как вот там соцработница из этого совета районного здесь, ну, как аналог районного совета, звонила психиатру, которому я сам пошел за диагнозом мисофония, чтобы защититься от них. Они выяснили больную точку. И вот они именно на больную точку и бьют. И вот они выяснили, а мне нужна защита, диагноз мне нужен. Бумажка он мне дал. И вот она ему позвонила и сказала, а нельзя никак его закрыть в психушку. Он испугался, потом месяц со мной не общался, этот психиатр на связь не выходил. Потому что она хотела его подвести под тюрьму вообще-то. И сейчас во Франции несколько, я думаю, не людей даже, а может даже десятков людей. Ну, не десятков, я думаю, человек 15 точно найдется, которые бы пошли бы в тюрьму, если бы к моим словам прислушались бы. Хотя бы полиция, прокурор. И они мне дают умирать здесь в лесу, потому что они знают, что я точно здесь умру. Поэтому они не подрываются, и точно я ни до кого не достучусь. Это они знают точно.
Вот. Поэтому мне и позволительно, вот, и я пользуюсь этими последними месяцами, возможно, может, днями даже, может, мне завтра палатку сломают, может, не зря приходил Николя с этим якобы его учителем, не знаю, кто он там. И все, и что угодно могут сделать, и поджечь что-то, и что угодно. Налет просто совершить могут, что, ну, не буду давать подсказки, что делать, не буду. Вот. Но у меня такое ощущение, что это последние месяцы. Поэтому я просто делаю то, что, чтобы успеть. У меня, кстати, будет отдельный ролик на тему смысла жизни и на тему, правильно я, ли я поступаю или неправильно. Ну, это будет что-то вроде самоанализа такого. И там я более полно открою причины моего такого поведения. Сейчас я пока не могу. Это нужно сначала на бумаге написать, продумать все. И чтобы это было понятно все-таки людям, это сложные вещи. Они и простые, и сложные. К сожалению, у меня сдох фонарик, поэтому освещение такое немножечко как из ада уже. Но я пока еще живой. Да, кстати, сегодня день влюбленных, но мне никто не написал. Так что меня никто не любит. Вот. Но я люблю истину. Я люблю... Ну, для верующих это... То же самое, как сказать, я люблю Бога. И вот, я надеюсь, истина меня любит, и Бог меня любит. И тех, кто ей служит. Вот тут, но, к сожалению, я не могу не найти ни одного брата по вере.